Здравствуйте, хорошие люди! Здравствуйте, мои подписчики! Здравствуйте, гости моего канала! Сегодня я хочу вам рассказать, каким образом мы закупаемся или планируем наши закупки каждую неделю. Конечно, после Нового года холодильники еще набиты битком. Есть все в холодильниках, и мясо, фрукты, нет, ну, ягоды, овощи. Овощи есть еще и на улице у нас, плюсовая температура, но холодно, поэтому овощи хранятся хорошо на летней кухне. Вот. Ну, кроме этого, сегодня нужно было купить чай. И я хочу вам рассказать, чай, только чай, да? Захотелось рыбы. И все это мы спланировали и поехали покупать продукты на эту неделю. Планирование моих закупок я начинаю в выходные дни, когда приходит вот эта бесплатная газета. Газета эта приходит бесплатно каждому, только тем, у кого на почтовом ящике написано «Кайна Вербунг», эту газету не ложат. В эту газету вложены вот такие проспекты рекламные от разных магазинов. Вот этот магазин Lidl, это магазин, в котором мы закупаемся, и в Lidl в основном мы покупаем. Это фрукты, овощи, там всегда очень свежие, хорошие бюджетные фрукты и овощи. Я считаю, что это для фруктов и овощей самый хороший магазин для меня, по моему мнению. Вот. Также есть магазин Netto в шаговой доступности у нас. И я всегда просматриваю этот проспект рекламный. И на этой неделе я увидела, что у нас в Netto на этой неделе есть пряжа, которую я всегда покупаю. Но покупать я ее не буду. Я купила не так давно. Вот она, эта пряжа. Стоит 6,99, как я вам говорила, за набор. Брать не буду, потому что мне сейчас пока пряжи достаточно. Вот. Кроме этого, магазин Aldi. Ездим мы туда не каждую неделю, но когда нам нужно, мы всегда ездим в Aldi. В Aldi покупаем мы шоколад, сахар, все консервы, огурцы, помидоры, горох, фасоль. Что мы там берем или что мы берем в банках, мы берем обычно в Aldi. В Aldi хорошая мука, самый сладкий сахар, самые вкусные яйца куриные. Вот. Действительно, это так, это уже проверено годами. Кроме этого, мы берем в Aldi еще творожную помазку на хлеб. Что мы еще в Aldi берем? Копченое мясо, такое типа окорока. Иногда берем мясо свежее, салфетки, всякие всевозможные, туалетную бумагу. Это все Aldi. Вот. Но на этой неделе в Aldi нам ничего не было нужно, поэтому мы Aldi не планируем. Так, и вот еще магазин, в который мы ездим, это Росман. Это мыльнорыльные, стиральные всякие. Тоже самый бюджетный, самый недорогой. Хотя фирмы те же, что и в других магазинах. И вот мой любимый магазин Еволь, где я беру рыбу в замороженном виде. Ездим туда тоже, ну, два раза в месяц. Вот. Кроме этого, здесь очень много рекламных проспектов, в которые мы не ездим в магазины. Ну, интересно иногда полистать, посмотреть, где что продают. Здесь даже есть объявление, что принимают золото и серебро за наличные деньги. Это тоже приносят нам на дом. Вот, есть детский магазин такой, в котором очень большие ангеботы. Сейчас начинаются ангеботы вообще после Нового года, потому что у них начинается
зимняя распродажа в магазинах. Ну так, спланировав заранее по рекламным проспектам, что ты хочешь купить или что у нас на этой неделе продается, ну, по выгодным ценам для нас, или вообще что есть в продаже, мы можем посмотреть еще дома, внимательно, не торопясь, потому что в магазине ты не на все обращаешь внимание. А здесь ты уже знаешь, куда тебе лучше обратить внимание, или что тебе из-за этого понравилось, что ты хочешь купить. Вот. Спланировав так свои закупки, заглянув в холодильник, вы смотрите, что отсутствует или скоро закончится из продуктов у вас, и отправляетесь в магазин за вашими покупками. И что же мы сегодня купили? Ну, это бесплатно дают. Здесь очень хорошие рецепты, я всегда беру. Купила упаковочку груш, килограммчик. Груш понравилось. Сейчас покажу, какие они смешные. Вот такие смешные груши. Ну, взяла груши для себя. Взяла чай, мы все время берем такой чай. И взяла авокадо. Авокадо можно кушать хоть со сгущенным молоком, хоть с чесноком, с чем хотите. Купили сегодня маленькие огурчики, два пучка редиски. Редиска сейчас дорогая в это время, но зато свежая. Ну вот, пару помидор. Это колбаса птичья. Это котлетки, которые мой муж иногда покупает для себя и ест. И вот это концентрированное молоко для кофе и для чая. Кроме этого, нормальное молоко для того, чтобы готовить из него, печь и так далее. Козий сыр с травками. Это я люблю. Кроме этого, брусничка сушеная и подсахаренная. Тоже сладкая. И две баночки сливок. Сливки мне нужны, когда я готовлю. Я их всегда использую.
Вот. Купила вот такой ящик большой. Положим сюда. Так. Вот он ящик большой. Мне он нужен. Стоит он 9,99 из одной копейки 10 евро. Вот такой свежий коврик к порогу. Может, у вас нужно чуть-чуть поднять. Вот. Ну, вот теперь видно. Вот такой ковричек свежий к порогу. Всегда можно купить свежий. Купила бархатные плечики, потому что вечно не хватает плечиков, и начинаешь разыскивать. Или, как еще называют? Ну, плечики для шифонера. Вот. А тут пошла рыба. Вот такую купила лососевую форель для засолки. Весит она 1,660 кг и стоит 8,99 евро, ну почти 9 евро за килограмм. Это довольно недорого. 9 евро за килограмм — это цена приемлемая. В общем, эта рыбка мне обошлась 15 евро. Хочу посолить. Кроме этого, увидела такую мелкую форельку. Она бывает очень редко мелкая такая. Мне она понравилась. Заплатила за нее 6 евро. А сколько здесь вес? А вес тут, написано 150 до 300 грамм, но это неправда. Потому что я чувствую, что здесь, наверное, все-таки килограммчик. Так. Вес не нашла? А, нет, нашла. Нет, не нашла. Килограмм, точно. Вот килограммчик форельки. Сколько штучек? Раз, два, три, четыре, пять, шесть штучек. Завтра я их приготовлю нам на обед. Рыба захотелась уже. Купила палочки кукурузные. Их мне можно. Печенье нельзя, а палочки можно. И купила еще форель копченую, горячего копчения. Вот такую. Вот. Вот такая сегодня закупочка у меня получилась. Ну вот, мы сегодня сделали такую закупочку небольшую. В январе это всегда так. В январе остается столько продуктов от предновогодних подготовок, что приходится прикладывать усилия, чтобы это все израсходовать, приготовить и так далее. Ну вот как-то так. До новых волнующих встреч на канале «Север. Это моя судьба». Кто не подписался, подписывайтесь. Ставьте лайки, пишите комментарии. На все ваши вопросы я отвечу вам обязательно. Всем пока-пока!